Создатели проекта под названием «Метавселенное предпринимательство» победили в гранте «Студенческий стартап». «Студенческий стартап» — это конкурс молодых предпринимателей, в котором принимают участие желающие открыть собственный бизнес. Размер гранта составил 1 000 000 рублей. Эта сумма должна быть использована на запуск собственного бизнеса, в том числе открытие юридического лица. По словам победителя конкурса «Студенческий стартап» Ольги Улановой, запуск данного гранта осуществлялся впервые. Конкуренция была. Это был первый вообще поток, который был запущен, то есть первый раз запускался такой грант. И, собственно, судя по всему, судьям показалось, что мой проект достоин финансирования, поэтому он и победил. Если говорить про сам проект «Метавселенное предпринимательство», то это клуб на базе Института физики Казанского федерального университета. В данный проект предполагается вовлекать не только студентов, которые учатся в институте, но и потенциальных абитуриентов. На физфаке достаточно много различных направлений, где именно предпринимательский взгляд был бы очень кстати. Поэтому физики вполне могут заниматься в рамках своей деятельности, предпринимательской деятельностью. Плюс физфак является драйвером всяких технологических инноваций, и в этом смысле это тоже очень актуально сейчас. Главная причина создания метавселенной состоит в том, чтобы предпринимательство в молодежной среде развивалось стремительнее и быстрее. На текущий момент уже разработаны несколько программ дополнительного образования в сфере предпринимательства, как для детей, так и для студентов Казанского федерального университета. Программы планируют запустить уже в ближайшее время. Программы доп. Образования на текущий момент разработаны. Одна из программ – это как раз программа, ориентированная на студентов, в том числе Института физики. Вторая программа ориентирована на детей, на школьников, и призвана заинтересовать их, показать возможность себя, реализации себя как предпринимателя. Программа будет запущена уже этой осенью. По словам Ольги Улановой, в мире предпринимательства преобладают жесткие и гибкие навыки – hard и soft skills. Классическое образование формирует те самые жесткие навыки, но в клубе «Метавселенное предпринимательство» будут реализовывать возможности получения именно гибких навыков, которые актуальны для реализации себя в качестве предпринимателя. Поэтому программы будут интересные, актуальные и будут удовлетворять потребности современного общества в инновационных схемах. Амир Ахтямов, Универньюз.